Михаил Васильевич, в Сирии идет война. И гибнут люди, но среди российских левых некоторых модно рассуждать о том, что вообще для приличного коммуниста как-то вроде бы, ну, по крайней мере, надо относиться к этой войне как к схватке двух империалистических держав. И, по крайней мере, никакого сочувствия какой-либо не высказывать. Я уж не говорю о том, что есть такие люди, которые считают эгировцев чуть ли не марксистами современными и так далее, но это уже экзотика. Вот. Ну или, так сказать, как полагается коммунистам, там, как Ленин завещал, надо желать поражения здесь своему правительству, потому что тут воля Газпрома, чтобы не тянули газопровод через Сирию и так далее. Вот. А там гибнут люди, в том числе и россияне. Вот как все-таки коммунистам относиться к этой войне? Еще думаю, коммунисты не должны быть людьми, которые забывают собственную историю, в том числе историю коммунистического движения. И не надо быть догматиками. Потому что коммунисты не должны быть догматиками, должны понимать, что историческое развитие, идет, и появляются новые явления, о которых некоторые товарищи, классики в том числе, ничего не писали и писать не могли. Например, такое понятие как, и такое явление, как фашизм, появилось только тогда, когда не просто появился империализм, а тогда, когда в империалистических странах, у некоторых, изменился общественно-политический строй. Причем он изменился не в том плане, что исчез капитализм или исчез империализм, а в том плане, что империализм перешел от демократических форм к форме другой, к открытой террористической диктатуре наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. И с этим явлением ни Маркс не сталкивался, ни Энгельс не сталкивался, ни Ленин не сталкивался. Сталин с этим явлением сталкивался. И вот некоторые товарищи левые, которые считают себя полностью игнорируют вот этот этап, который связан с борьбой коммунистов во главе с партией большевиков, и в том числе и во главе со Сталином, против фашизма. Игнорируется самоопределение фашизма, которое дал Димитров, и дал не просто, а дал его для обсуждения на исполкоме Коминтерн, дал его для того, чтобы было ясно, что такое это явление, и это единственное научное определение фашизма, что вот то определение, которое я только что сформулировал. Это все игнорируется. И если это все игнорировать, то ничего нельзя понять в том, что происходит сегодня. Потому что сегодня происходит, ну, по крайней мере, что-то похожее на то, что происходило во Вторую мировую войну. Во Вторую мировую войну, как известно, осуществлялась борьба не просто разных империалистических хищников, это и до этого было. Это характерно было для Первой мировой войны. И вот когда идет конкретная война, и конкретно, вполне определенно коммунисты определяют свою позицию, и позиция была вот такой: мы должны бороться за поражение своего правительства, использовать все, так сказать, стесненные условия для правительства, которое получается, беспокойство, связанное с войной, для того, чтобы утвердить власть рабочего класса. А теперь давайте возьмем ситуацию, которая сложилась во Вторую мировую войну. Да, боролись разные империалистические хищники. Причем началась война как классическая империалистическая война, война империалистических держав. Кто боролся в этой войне? Американцы с японцами. Вот, и Германия боролась с Англией, так и с Францией. Ну, как они боролись, как вы понимаете, до того, как Гитлер начал наступать на Советский Союз, это была во многом такая игрушечная война, а такая крупная война, очень серьезная, началась после того, когда в войну вступил Советский Союз, а Советский Союз вступил в войну не сам по себе, а просто потому, что он был поставлен такое положение, что не вступить в войну, сколько бы ни пытался оттянуть и играть на противоречиях, так сказать, и Сталин, и, соответственно, советское правительство, это невозможно было сделать и тянуть до бесконечности. Тем не менее, разразилась эта вот война. И какова позиция теперь? Теперь шла война уже двояко. Во-первых, шла война Советского Союза против немецко-фашистских войск, против империалистической Германии. За что? Это цели войны. Советские за то, что сохранение социалистического отечества. Ну как вот, что в этой ситуации, может, вы скажете, что в этой войне надо потребовать, чтобы
боролись люди за поражение советского правительства, тем более были люди, которым не нравился товарищ Сталин, и не нравилось советское правительство. И эти вот люди сейчас своим единомышленникам ставят всякие, пытаются поставить всякие разные памятники, потому что они теперь уже впрямую признают, что антисоветская деятельность у нас в стране была широко развита, и эти все антисоветчики зачитывают свои имена из числа тех, кого подавляло советское правительство. Это раз. Второе. Как с этой точки зрения расценивать вступление Соединенных Штатов Америки и Великобритании в войну? О Франции мы не очень можем говорить, потому что никакой особенной войны Франция не вела. Можно сказать, что Германия провела победоносную войну с Францией, и никакого серьезного сопротивления Франции не оказала. Несмотря на то, что у нее была и солидная армия, и были совершенно определенные системы укреплений. Вот. Значит, эти вот две державы, которые вступили, это какие державы? Империалистические. Так вот, если мы берем Великобританию и Соединенные Штаты Америки, империалистические державы, они с чем боролись? Конечно, они боролись за интересы своей буржуазии. Но они по объективному характеру этой войны, они боролись против германского фашизма. То есть они боролись за сохранение демократии. В этом смысле можно сказать, что и Советский Союз боролся за сохранение демократии, потому что с точки зрения левых, только не тех левых, которые себя называют левыми, а тех, которые за диктатуру Бутрята и за то, чтобы установить действительный коммунизм на всей земле, для них, например, демократия буржуазная является неизвестным этапом на пути к социализму. Потому что если нет буржуазной демократии, прямой переход от, скажем, феодализма, от царизма к социализму невозможен. Почему вот Ленин критиковал Троцкого, который выдвинул лозунг сразу после февральской революции «без царя, а правительство рабочего». Я как-то вот первый раз прочитал, не очень понял, что это значит, как это красиво звучит «без царя, а правительство рабочего». Рабочих. А Ленин говорил, что это вот, да, действительно красиво звучит, но звучит это по-детски и наивно, потому что для того, чтобы можно было говорить о рабочем правительстве, нужна какая-то хоть минимальная политическая школа. После того, как установился 8-часовой рабочий день, нужно поучаствовать в трудящемся, в строительстве своей жизни, подготовиться к тому, чтобы строить социализм. Если этой школы не будет пройдена, а сразу попытаются сделать непосредственно диктатуру Бутрята, она провалится. И она не провалилась именно потому, что вот хоть пусть несколько месяцев, но эта школа была. Люди, перешедшие от 11,5 часов рабочего дня к 8-часовому рабочему дню, очень много уделяли времени строительству советов и тех советов, которые по существу и предопределили судьбу революции. Потому что наша революция великая, потому что она пролетарская. Вот. Но была и другая великая буржуазная. Но наша пролетарская революция, она является великой, потому что рабочий класс создал Советы, рабочий класс России. И это выдающееся явление, поскольку Советы – это организационная форма диктатуры пролетариата. Вот спрашивается, после этого, как рассматривать эту войну? Как рассматривать эту войну? Вот война против фашизма – это прогрессивная, это справедливая война или нет? Она справедливая. Она справедливая с точки зрения демократической буржуазии, поскольку буржуазия утвердила демократию, ну, понятно, что буржуазная. И она справедлива и с позиции социалистической демократии. Но на какой основе соединились Советский Союз с Великобританией и с Соединенными Штатами Америки? Что неизвестно, что Черчилль был антикоммунист? Или кто-то думает, что Рузвельт, он представитель интересов советского народа? Или он представитель интересов монополистических кругов Соединенных Штатов Америки? Значит, могут быть войны прогрессивными, если в эту нашу империалистическую эпоху идет борьба с фашизмом. Вот давайте это зарубим все на носу. И если этого люди не запомнили, не увидели, не поняли из эпохи вообще, которая связана уже с существованием социалистического государства, если они хотят проигнорировать всю вот эту часть нашей истории, они вообще не могут говорить ни о каких войнах. Лучше им помалкивать этим людям, а не лезть в рассмотрение этих вопросов. А если это не игнорировать, значит, и с этой стороны давайте рассмотрим, о чем сейчас идет речь. В Сирии война кого? С кем? Потому что содержание войны, всякая война, есть продолжение политики иными средствами. Какая? Кто там фашизм? Кто там фашизм? Да. Фашизм там американский.
Вот там фашизм. Это вот представление о том, что есть просто кучка империалистических государств. Это старое представление. Так было в период Ленина. Кучка это уже сорганизовалась. Вот эта кучка, когда мы боролись с немецким фашизмом, а американские и английские буржуа боролись не только за демократию, они еще боролись за то, чтобы не было у них конкурентов. И Германия им не конкурент. Если что, эту Германию закрывают рот и ставят ее на место. Как только она попытается что-то сказать, приедет за какой-нибудь замминистра иностранных дел Соединенных Штатов, приедет и скажет, как себя вести. И армии у нее нет сравнимой с Соединенными, и не будет, и не дадут им. И командует всеми армиями НАТО Соединенные Штаты Америки. Картина другая. Есть Соединенные Штаты Америки, которые не просто, так сказать, одна из держав, из группы империалистических, а это их пахан, так сказать, главная держава. И вот как только она стала главной державой, она то, с чем боролась, она частично отвергла. Почему частично? Потому что в рамках, посмотрите, на вот эта запись идет в тот день, когда в Америке идет голосование. Конечно, там не сильно демократическое голосование, потому что там выборщики потом уже как некоторые складывают, так сказать, и делят голоса людей, которые не напрямую выбирают. Ну, как говорится, это дело, как говорится, тех, кто устраивал эту американскую систему демократии, она прогрессивная по сравнению с рабовладением, которое было до этого в Америке. Мы же знаем, что там от рабовладельческого строя перешли к демократии. И это хорошо, что они против рабовладения выступают за демократию. А что сейчас происходит? Соединенные Штаты Америки хранят у себя и демонстрируют. Демонстрируют, как они досрочно голосуют. Сколько наши эти, можно сказать, либералы кричали по поводу того, что как это досрочно голосовать? Как это возмутительно? Как они теперь радостно рассказывают, как досрочно голосуют в Соединенных Штатах? А что вы у нас тогда крестики такой подняли? Ну, это что, непонятно, что буржуазная демократия – это форма диктатуры буржуазии. Ну, как вы ее не перекрашиваете? Для нас совершенно понятно, что будет в результате этих выборов. Что не знаете, что выберут? Ну, выберут ли Трампа, выберут ли Клинтон, выберут представителя американским монополистическим. А кто их представитель лучше? Это им виднее. Кому? Американским империалистам, а не нам. Ну, о чем мы будем тут говорить? И наше государство тут никак не может в это дело вмешаться, хотя у нас могут быть там тоже и симпатии, антипатии, и какие-то виды и так далее. Значит, картина сейчас такова. Соединенные Штаты Америки в течение длительного времени у себя в стране сохраняют демократию, а вот по отношению к другим государствам ведут себя как фашисты. То есть осуществляют открытую террористическую диктатуру наиболее реакционных кругов империалистического капитала, а еще и шовинистических. В чем шовинизм? Шовинизм, как известно, это крайняя форма национализма. То есть вот не просто она состоит в том, чтобы говорить, вот мы американцы хорошие, нет, а в том, чтобы другие государства или другие нации, другие не признавать. Югославию признали за государство Соединенных Штатов Америки, а Югославия – это страна, которая боролась против фашизма. Можно сказать, бок о бок с американцами и с англичанами. В известном смысле. Это же, они же на этой стороне были, так? Они боролись против фашизма. И что они сделали с Югославией? Кому они спросили? Они налетели, они разбомбили, они уничтожили. Раздробили, сделали ничтожное государство, вступают они в НАТО, не вступают они в НАТО, вообще не имеет никакого значения. Ну какое имеет значение, сегодня будет Черногория в НАТО или не будет? Ну такое частное. Нам их запомнить-то тяжело. Черногория, Сербия, Хорватия, Македония, Словения, Босния. Да? Босния и Герцеговина. И еще Косово. Косово. То есть. Что мы получили? Вдребезги разбили государство большое, европейское, прогрессивное, уничтожили. Причем не социалистическое. Вот если бы социалистическое было государство, ну скажем, ну да. Но это, конечно, фашизм, когда уничтожают какую-то государственность, причем какую? Демократическую. Какая там теперь демократия? Теперь там командует кто? Ну кто? Соединенные Штаты Америки там командуют полностью. Проводить поток, не проводить поток. Проводить газопровод, не проводить. Это кто решает? Это все решает, это никаким голосованием, никакие правительства. Это все решается в Вашингтоне. Это раз. Второе. Как вам нравится это? Это вот, мне кажется, что мы должны к этому обращаться. Никакие товарищи не левые, если они не обращают внимания на фашистскую политику во международных делах Соединенных Штатов Америки. Что произошло с Ираком? Видите ли, не понравилось. Значит, американской империалистической буржуазии,
как идут дела в Ираке. То, что это им не понравилось, это вполне понятно. У них есть свои цели, свои интересы, и у Ирака были свои интересы. Скажем, мы никогда, не как просто, так сказать, граждане России, не как коммунисты, никогда не питали любви к Саддаму Хусейну. Я не знаю таких людей, которые восхищались бы Саддамом Хусейном. Но он не наш президент, нам-то какое дело до Саддама Хусейна? Мы не собираемся у него в стране что-то менять. А вот Соединенные Штаты Америки решили поменять. Как они решили поменять? Ну, это же издевательский предлог был, дескать, видите ли, там вот говорят, причем говорят на уровне ЦРУ. Серьезная организация, что там есть оружие массового поражения. Да надо разогнать было все это в ЦРУ, если бы они на самом деле сделали такую ошибку. Там никакой ошибки не было. Они сформировали себе предлог, предлог сами. А потом, когда они закончили, так сказать, это убийствами и повешением президента самостоятельной страны, то что мы получили? А мы получили то, что вот сейчас это вот одна площадка, на которой разрастается ИГИЛ. Одна площадка вот уже прямо. И Югославия, она туда не идет. Она идет вот отсюда, от фашизма на экспорт в Ирак. Почему? А потому что, между прочим, в Ираке было какое государство? Религиозное или светское? Светское. Какое государство соответствует интересам прогрессивной буржуазии? Мы все знаем, что идеалами великой французской буржуазной революции это отделение было школы от церкви и церкви от государства. А там что? А там все. А теперь там шииты, сунниты. Вот, оказывается, что решает. И вот из этого идет резня. Кто развязал эту войну? Кто это все устроил? Соединенные Штаты Америки. Фашистская политика на экспорт, которую организовала Соединенные Штаты Америки. Дальше идем. Следующий шаг. Следующий шаг. Ливия. Ливия тоже светское государство. Светское было государство. Было. Было светское. Но был Каддафи. Они, значит, не имели, правда, своей толком экономики, потому что экономика была уже захвачена, все, так сказать, вот то, что собираются у нас, или собирались сделать при Ельцине, чтобы отдать все наши ресурсы иностранным компаниям. Пусть они качают, а нам частично отдают. Но если я буду все у вас качать, то я одно, с одной стороны буду одновременно вам, так сказать, что-то отдавать, а потом мне надоест это отдавать, я потом все и заберу. В один прекрасный день они решили, что хватит отдавать это Ливии, надо все у них забрать. И что они сделали? И они прилетели на самолетах, они устроили бесполетную зону. Для кого бесполетную-то? А чтобы вот ливийские самолеты или союзников там не летали, а чтобы летали только самолеты тех, кто уничтожает Ливию, как демократическое государство. Демократическое государство? Что, оно социалистическое было, что ли? Ну, понятно, что Каддафи говорил о ливийское, арабское, народное, социалистическое, джамахирия. Вы верите, что это было социалистическое? Эти левые думают, что она социалистическая? Она никогда социалистической не была, ничего общего с социализмом не имела. То, что она более прогрессивна была, чем некоторые державы, это да, нынешние. Значит, фашистский разгром был учинен в Ливии, учинен, при том, что, так сказать, тогдашний наш президент, господин Медведев, не поднял руку, чтобы наложить право вето на вот эту операцию. Разгромили очередное светское государство, там теперь два государства, и не сложившиеся, а то и три, и вообще там нет пока государства, там еще люди не знают, какое у них правительство, но то, что там оно, так сказать, которое нарождается государство опять какое-то, религиозное, и это значит религиозные войны, и это значит опять вот этот самый ислам оттуда пойдет, из Ирака он идет, из Ливии он идет. Так. Теперь в Сирии разгорелся тот же самый огонь. То есть что нужно сделать? Теперь нужно американцам, американскому империализму нужно уничтожить эту самую Сирию, убрать Саддата для того, чтобы опять сломать буржуазную демократию. Какая демократия это? Что, Саддат социалист? Что вот, скажем, в России открыли, извините, Саддат, Асад, что, социалист? Коммунист? Нет. Ну, они, правда, в блоке с коммунистами, сирийскими. В блоке. Но это скорее коммунисты в блоке, прогрессивные еще пока, арабской буржуазии. Но там эта страна светская. Значит, если в Сирии будет учинен очередной фашистский разгром, то что? Что будет дальше? Здесь, я думаю, что все понимают, там сразу будет мусульманское государство, ИГИЛ. Это будет столица, сирийская столица будет столицей государству ИГИЛ. Это значит, что терроризм получит впервые за все вот этот, за весь период при поддержке Соединенных Штатов Америки и их сателлитов,
получит там базу для своего укрепления и распространения. Одно дело, вы можете сейчас, так сказать, писать везде, что мы запрещаем это, ИГИЛ. Чего, как вы можете запретить государство? Как только оно будет государство со столицей, со своей имеющейся территорией, вот против этого бороться будет очень тяжело. А у него будут союзники, а ему будут финансировать. Его и сейчас-то финансируют, когда оно еще не государство толком. Хоть оно называется государство ИГИЛ, но это скорее движение. Еще пока не государство вполне. А как только оно закрепится на территории, будет иметь государственные границы и прочее, мы будем иметь какое очередное государство, но уже однозначно террористическое. Идет речь о поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки, поскольку они требуют ухода президента Асада. Они требуют того, чтобы там воцарилось мусульманское государство. Вот по существу действительный смысл американской политики фашизма на экспорт по отношению к Сирии. Какая позиция у России в этой ситуации? Какая Россия страна? Буржуазная. Эта буржуазная страна должна думать о том, чтобы, так сказать, ее не разгромили. Это, конечно, должна думать. И как любое буржуазное государство, оно интересы свои должно защищать. И как левые должны относиться к защите интересов своего государства от американского фашизма. Ну как и раньше относились левые с фашизмом, всегда мы поддерживали борьбу. Левые должны поддерживать борьбу с фашизмом. Если наше государство в кои-то веки, так сказать, занялось борьбой с фашизмом, как в свое время делал Рузвельт или делал Черчилль, и я не хочу здесь брать Сталина, здесь пример этот никак не подходит, потому что наше государство буржуазное, и никак нельзя рассматривать вот деятельность наших войск в Сирии или военных подразделений в Сирии как деятельность советского государства. Нет, совсем не так. Это деятельность такая же, как вот деятельность английских и американских подразделений при открытии Второго фронта. Они же соединились, они же наступали. Когда они увидели, что скоро все равно Германия пойдет, и все равно Советский Союз победит, они спохватились, открыли Второй фронт, но требовали, чтобы быстрее двигались советские войска, поскольку им очень трудно было сражаться с немецким фашизмом. А сейчас картина такая, что если Россия не будет бороться с фашизмом, эта проблема борьбы с фашизмом у нее будет умножена десятикратно или стократно. И этот самый ИГИЛ будет там вот снизу подпирать и разваливать, так сказать, вот южную часть России и уничтожать ее. Поэтому я думаю, что, имея в виду, что у нас многонациональное государство, в том числе у нас религии, не преследуются, а религии уважаются, и никто не позволяет оскорблять те или иные религии. И на этом строится целостность нашего государства. Это прогрессивное явление вполне. Значит, если это вот будет нарушено, то это создаст такие проблемы, которые приведут к страшным бедам для России и для всего российского населения. А вообще российскому населению лучше бы развивать производство, потому что от развития производства выигрывает не только буржуазия, выигрывает и рабочий класс, выигрывает и будущая деятельность рабочего класса. И вместо того, чтобы заниматься этим, значит, мы должны сидеть и ждать, пока, значит, разгромят Россию, и здесь придут люди, либо ИГИЛовцы, либо непосредственно сюда вступит американский сапог. Что не ясно, что нам не раз уже рассказывали, что слишком большая территория досталась русскому народу и его союзникам. Нам уже это объясняли, мы уже это поняли, это уже все сказано. Поэтому чего ждать? Ждать действительно нечего. Поэтому совершенно правильно, если надо, так сказать, на дальних подступах, если удается с этим бороться, это очень хорошо. Хуже, когда это будет непосредственно у нас где-нибудь в районе Дагестана. У нас и так в Дагестане все время контртеррористические операции, правильно? Нам приходится вести эту постоянную борьбу. Поэтому у нас такого не бывает, как во Франции, когда вообще не проверяет, кто чего несет в самолет. Потому что у нас в метро проверяют время от времени, останавливают и говорят, давайте пройдем вот через рамочку. Вот такой расслабленности, которая есть в Европе по борьбе с терроризмом, нету, конечно, в России. И это хорошо. Поэтому я думаю, что вот эти люди, которые ничего не понимают вообще в фашизме и в новых явлениях, в развитии фашизма, как реакционного явления современности, они никакими левыми не являются, они вообще являются по существу пособниками американского империализма и американского фашизма на экспорт. Так мы должны их и заклеймить. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста, Иван Михайлович.